я приду, лишь только ты позови. Прилечу к тебе на крыльях любви, прилечу к тебе на крыльях любви. Постучусь в твое окошко, как птица. Всем привет, а это я, Александр Бардин, натурально кучерявый Мардвин. Приветствую всех моих подписчиков, поклонников, зрителей, всех тех, кто меня уже знает, всех тех, кто видит меня сейчас впервые. Надеюсь, такие тоже есть, и слава богу, таких становится все больше и больше, потому что популярность моя мордовская, понимаете ли, растет и выросла, товарищи, уже настолько, что я решил устроить большой сольный творческий вечер, который называется «Кучерявый вечер Александра Бардина», и состоится он 1 декабря в фольклорном центре Москва. Вместе со мной на сцену выйдут также артисты, которым я пишу песни. Это народная артистка России Людмила Николаева, Алена Петровская, Марта Серебрякова, Инна Каменева, Ирина Шишканова и, конечно, любимая ваша группа Садко. Ну куда же без нее? Потому что, ну, основная часть моего творчества посвящена именно группе Садко. Но есть песни, которые по разным причинам не вошли в репертуар группы Садко. Так вот, вот эти песни у вас будет возможность послушать 1 декабря. И я вам немножечко открою секретик. 1 декабря на сцене будут вместе со мной еще и живые музыканты. Да-да, живые музыканты. Честно вам скажу, это уже давняя моя такая мечта. И на сцене будут и барабаны, и гитары. В общем, будет классно. 1 декабря у вас будет возможность посмотреть на Мардвина немного с другого ракурса. Зал, конечно, не маленький, по-моему, мест на 500, но, глядя на схему зала, я вижу, что самые вкусные билеты, они прям раскупаются быстро, несмотря на то, что до концерта больше 2 месяцев. Поэтому приглашаю всех, особенно тех, кто хочет сидеть на хороших местах, пройти по ссылке, которая под этим видео, и выбирайте себе хорошие места. Ну и до встречи 1 декабря в фольклорном центре Москва. Ох, весна, ох, весна, гармониста нравится. Повстречалась мне она, ай, первая красавица. А я под горочку пройдусь, кто знал, что я влюблюсь. Пусть поет моя гармошка до утра, я не уймусь. Ох, и ох, и ох, и сперва выйду по ту-ту, по ту-ту, ту-ту, такой я молоток. Классно.